Сегодня у нас 8 сентября, копаем картошку вот возле Калашинского дома. Вот тут вот. Это у нас малый участок такой картошки, потом еще будет большой, хреном заросший. Вот брат Георгий у нас тут трудится. Первый раз в жизни, говорит, копаю картошки лопатой. Послушание проявляет. У него своя копка, как говорится, свой способ копки дров, эти дров, вернее, картошки. Вот. Хорошая такая вот. Для нас это вообще идеально. Да, хорошая картошка. Да. А тут некоторые еще говорят мелочь. Ну, есть такие, да, кадры. Которые видели больше, чем эта картошка в своей жизни, да. И не раз при том. Вот Игнат Тихонович тоже копает. Я тоже собираю картошку. Брат Иоанн тоже собирает картошку. Хотя и тоже подкапывал. Вот одни братья трудимся. Обычно еще матушка приходила, помогала. Но в этот раз что-то она ушла в поле боя. Так, это малый участок. Сейчас покажу больший участок. Уже иду. Что нужно сделать, чтобы картошка была хорошая? Ну вот хрен посадите, да? Вот хрен вам поможет. Картошка крупная будет. Вон один хрен рисует. И картошка хорошая. Хрен знает. Овощ, который знает все. Загадка была. Такой овощ, а растение знает все. Хрен знает. Все. Вот как красная. У нас есть такой тоже вариант редкий. Розовая с такими глазками. Угу. Я не знаю по сортам. Красная, прекрасная. Я знаю, что вот эта адретта, матушка обычно ее предпочитает. Но она нам. У нас она никогда такой большой не бывает, я не видел такой адретты. Ага. Ну, про... я имею в виду, что я видел. Да, да. Просто я к тому, что она обновила нам всю картошку, потому что мы раньше с паршой садили всякую, и она такая с паршой вырастала. А она все время на семена отбирает именно такие ровненькие, чистенькие. У меня сейчас картошка намного стала лучше. Потому что все-таки там бывает земля какая-то загрязненная, что ли, что там происходит, не знаю. Паршой покрывается. Все уже не то. Вот. Здесь вот больше участок, и тут более заросший. Тут сложнее будет копать. Хрен, конечно, преобладает тут над всеми другими сорняками. По первости я все убирал. Пропалывали мы тут все. Чистый был. А потом запустили. И вот так все заросло опять. И вот происходит каждый год у нас. В этом году я даже садил с бобами картошку. Тут даже горошек зашел местами. Ну и что, слава богу за все. С Божьей помощью справимся. Аллилуйя.